Лучшие товары на одной площадке. Во Дворце культуры «Арктика» прошла традиционная рождественская ярмарка. Несмотря на сильные холода, побаловать себя местной продукцией пришли горожане и гости окружной столицы. Долго старалась Екатерина, у нас именно традиционный, больше традиционный. Не то, что сейчас же очень много этих пряников, но они по американским технологиям, а нам именно то, что у нас в деревнях раньше пекли. Вкусный пряник по старинному рецепту показывает Ольга Суровцева, одна из мастериц чудо-ручек. Кроме народных деликатесов, в их лавке можно было приобрести и оригинальные подарки. Купили браслетик. Да, нам понравился именно вот этот почему-то. Вот именно вот такой нам понравился. А секрет, как оказался, прост. Все товары, а это более 30 оригинальных изделий, кружевные фотоальбомы, украшения для маленьких принцесс, ванные принадлежности сделаны своими руками. Потому что это все сделано с большим теплом, любовью и добрыми руками. Поэтому это все будет отличным подарком. Отличный подарок ручной работы можно было приобрести у мастериц отдела декоративно-прикладного творчества. Они порадовали гостей праздника самым древним видом рукоделия, которое на Руси было очень популярно в 8 веке. Вот такие замечательные варежки, которые сделаны из настоящей чистой шерсти. Помните валенки? А сегодня мы делаем не только валенки, но и варежки, игрушки, сумки, шарфики. Много-много. А раньше вообще валяли из было кошары? Я думаю, что валяли. Не только валенки, но и такие тонкие изделия, как шарфики, рукавички. Вот, наверное, какие-то украшения были, такие как бусы, например. Хорошо утеплиться можно было и у приезжего умельца. Из республики Коми специально на рождественскую ярмарку с теплыми товарами приехал Валерий Парфенов. Ну, конечно, есть даже это, с северным исполнением, есть с оленями. Вот, пожалуйста, это олень с деревни красная сбежал. Мы его тут раз и пришили. Имею свой дом, участок, землю, держу овец, сами катаем валенки. И женщины вяжут рукавицы на станке. Пришлось вспомнить. Вот. Забытое, старое. Это Россия всю жизнь ходила в валенках, самокатка. Екатерина II во дворцах ходила. Давайте я вам что-то я вам подарю. Вот это вот. Держите. С праздником вас. Подарить, что ли? Это вам подарок. Спасибо большое. От Республики Коми. В общем, с этой ярмарки никто не ушел с пустыми руками или с плохим настроением. Для желающих повеселиться праздник продолжился народным гулянием с колядками и хороводами. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север».